А насколько успешным вы считаете себя? Я как-то вот об этом особо не задумывался, чтобы вот оценивать. Но в принципе, так вот, оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что практически все мои настоящие желания исполнялись. Так или иначе, может быть, не всегда в то время, когда этого хотелось, там по времени мог быть разброс, но они все исполнялись. Так что вполне себя могу считать успешным человеком. Хотя, возможно, со стороны кто-то это оценит иначе. Ну, я имею в виду, когда я спрашиваю, вы считаете себя по вашим критериям успешности? Да. Я себя считаю. А какие ваши качества, какие ваши привычки, навыки помогают вам достигать ваших целей, помогают вам быть успешным? Наверное, два основных качества. Любопытство и упрямство. Любопытство помогает мне искать пути и способы, а упрямство помогает не останавливаться. Понятно, понятно. А что вы считаете своим самым большим, самым крупным успехом в жизни? Или самыми большими успехами? Ну, самый большой успех в жизни – это то, что я родился и то, что я живу. Все остальное как-то по сравнению с этим мелочи. А в работе, например, что для вас было самым успешным? Ну, моя работа – это не такое, что вот я иду на штурм там на какие-то подвиги. Моя работа, она повседневная, она такая размеренная, достаточно обыденная. Там нет каких-то скачков, вот что вот сейчас там я достиг того-то, того-то. Там есть каждый день удовлетворение от того, что я делаю свою работу и делаю ее все лучше. Бывали какие-то моменты, когда я очень радовался, допустим, за своих клиентов, у которых происходило что-то масштабное. Но, в принципе, эти моменты – это просто результат вот этой самой постоянной, планомерной работы. А что вы считаете самой большой неудачей или самым большим неуспехом в вашей жизни? Я здесь согласен с одной из базовых пресуппозиций НЛП, которая говорит, что нет неудач, нет поражений, есть обратная связь. Поэтому я свои неудачи не считаю и не фиксирую. Если у меня что-то не получилось, значит, просто пока еще не пришло время. Либо просто пока недостаточно ресурсов, и я двигаюсь дальше, поскольку я упрямый.